прощения. Участник под номером 39. Линкольн Премьер 1957 года. Владелец Юзов Кирк. Модель Премьер была представлена в 1956 году как более высококлассная версия Капри. Она включала в себя 6-литровый двигатель V8. Была длиной 5,6 метра, весила почти 2 тонны. Это важнейшие потребительские показатели того времени. Стоил данный автомобиль скромных 4600 долларов, в пересчете на сегодняшний курс. Под ваши бурные аплодисменты. Сейчас должен появиться участник под номером 44, Георг Фишер.